На каждом нерегулируемом перекрестке в городе будет выставлен экипаж ГИБДД. Произойдет это с 1 по 6 сентября в рамках всероссийской акции «Внимание, дети», которая стартовала уже сегодня. До 20 сентября на время ее проведения будет значительно увеличено количество рейдов по городским дорогам. Причем контролировать участников движения будут как пешие, так и автомобильные патрули ГИБДД. Особое внимание водителям, которые перевозят юных пассажиров в салонах своих транспортных средств. Планируется и проведение тематических бесед. По графику крупные автотранспортные предприятия будут посещать руководители подразделений ГИБДД. С 8 сентября мы начинаем посещать образовательные учреждения с беседами для детей. Это же время, когда будут параллельно организованы тематические мероприятия, педагогические советы, чуть-чуть попозже родительские собрания.